кажешь, хороший. Молчит. Пирожков не дает. Ничего. Ничего. Сколько лет прошло? Ничего не поменялось. Надо же тесто сначала убить. Растопить печку. Вань, где я тебе столько возьму всего-то? Печка, она же волшебная, у нее же должно уже все внутри. И тесто, и пирожки, и все остальное. Ну, спасибо, плохо. Мать! Мать, не дай помереть с голоду. Дай помереть. Мать, давай пока не поцелуют тараканов. Ты чего? Кто? Мы? А кто? Никого больше? Если никого больше не осталось. Тараканы не наши. А царь вообще не тысячу лет не нужен был нам. А мы тараканов целуем. Мы что, самые рыжие, что ли? А это не она сказала, между прочим. Вот не она сказала. Она подумала. Она подумала. Подумала, подумала, не дам пирожков, не дам пирожков, пока не перецелуете всех тараканов. А мы-то, главное, мы-то тут при чем? Ну и как это такое? Зарю и опять не опять объявляйте всенародное сошествие, чтобы все пришли и начали целовать. Так, мы с тобой еще не справимся с вами. Кстати, давайте просите. Люди добрые. Мы с вами мы не местные. В одно место. Простите, что мы к вам обращаемся. Документы, деньги. Все на вокзале украли. Помогите поцеловать 1037 тараканов. Девочки, человек, видите, хорошего человека. Самого это он сейчас маленький. Помогите, кто может, граждане. Возродить. Хорошего, местное хорошего это. Девчонки, налетай, ведь каждый же тараканчик поцелованный сразу принцем становится. Да еще каким? Замозги! Девушек у нас много.
Бога, ты, главное, в лес туда не ходи, а ты какую-нибудь дурку получишь. Ты лучше вали к себе домой побыстрее. Там смотри, какая испанка тебя ждет. Она дураков. Родился, возродился ее сыночка. Давайте поздравим. Какие дорогие. Ура! Давайте поздравим и угостимся. Да, и угостимся и сделаем вот этот перерыв. А можно я смысл сказки скажу? А ты чего хочешь? Давай. Вот запомните. Об этом еще тоже люди говорили некоторые, что если вас не просят, не надо никому помогать. Ведь поперся помогать таракан. В результате образовалась куча тараканов. У нас теперь на сегодняшнего дня. А если поцеловал принц, был принцем.